Передняя часть голени сделана, теперь мы переходим к задней части голени. Для этого мы переворачиваем клиента на животик, наносим одну прямую линию и затем наносим здесь мы пасту именно уже таким образом. Если вы присмотритесь, то волосы начинают расти отсюда до сюда. Поэтому наносим пасту против роста волос, а удаляем уже по росту. И обязательно антистресс.